центре стоят. Вот они их сейчас погнут, поломаем, да, вот эти, уже погнули. Она туда сыпет сено, я выхожу, я говорю, зачем, ну, немножко, ой, я говорю, здесь потом уже просядет, надо будет засыпать. Потом можно будет подсыпать, а что будет подсыпать, они развернулись. Не, вот это, зачем, камни? Сейчас поддоны уже сломали, они теперь входить не будут, выходить не будут. Вот куча детей у нас, куча огромная. А, вот что она сказала, она просила разменять купюры, и у меня нет, у меня 100 тысяч, я хотел там положить, так просто. Они не наткнутся на эти палки?